Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алия, и здесь мы готовим без белого сахара, без глютена, без молока и без яиц. Вариантов овсяных печений очень много, но я делюсь с вами самым проверенным и самым вкусным. Пошли готовить! Перемалываем овсяные хлопья в кофемолке. Перекладываем в миску. Добавляем миндальную муку, соду, кокосовый сахар, корицу. Перемешиваем. Далее добавляем воду с лимонным соком, растительное масло, еще раз хорошо перемешиваем. Добавляем изюм, формируем печенье, выкладываем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке. Печенье готово. Приятного аппетита!